Беда не в том, что человек произошел от животного, а в том, что он не перестал быть животным, глупым, злым, неразумным. Вы умеете молчать? Все женщины болтливы. Вы женщина, это плохо. Вы красивы. Это еще хуже. Красивая женщина – женщина вдвойне. Значит, вдвойне обладает и женскими недостатками. Уж если попал в ад, надо быть в ладу с дьяволами. Если добродетель не может существовать, то, по крайней мере, порок должен быть наказан. Ни один шахматист не выиграет партии, имея на руках одну фигуру короля против всех фигур противника. В конце концов, какое значение имеет имя автора? Важно, чтобы идея вошла в мир и сделала свое дело. Вы лгали во имя правды. Горький парадокс, если посчитать, то окажется, что ваша правда все время питалась ложью. Море – это многоэтажное здание. В каждом этаже живут свои обитатели, которые не поднимаются на верхние и не спускаются в нижние этажи. Время излечивает все. Возможно, что Штинер умен и талантлив, но талантливое зло опасно вдвойне. Недаром океан издавна служил символом бесконечности, мощи, непокоренной воли. Он бесконечно много дает, но может и отобрать все, самая жизнь. Неудивительно, что в древности его обожествляли. Но и этот бог был побежден в тот самый момент, когда первобытный человек, упавший в воду, случайно ухватился за плавающий ствол дерева и убедился, что этот ствол держит его на воде. Он был один из тех людей, для которых препятствия существуют только для того, чтобы преодолевать их. Молчание золота.
вы хорошо помните статьи законов человеческих, но забываете статьи законов Божьих. А то, что соединил Бог, человек не должен разлучать. Обстоятельства бывают сильнее нас, но надо быть фаталистом, чтобы понять это. Перед лицом Бога день один, как тысяча лет. Совершенство может достигнуть лишь тот, кто никогда не бывает доволен собой.